Вот он, вид-грасс, такой красивый у нас. Проросточки пшеницы. Это где-то дней 10 им от роду. Каждый день поливаем пшеничку, поддерживаем влажность. И вот получаем такую шикарную зелень с кучей микроэлементов. Состригаем ножницами, добавляем в коктейли. Можно ее насушить. Также настригли, насушили на батарее в коробочке. Потом измельчили в кофемолочке. Можно этот порошочек тоже везде добавлять. Сушеный витграсс, он продается довольно дорого. А сделать его очень просто. Берем пшеницу, просто живую, не протравленную у проверенных фермеров. И пользуемся вот зимой хлорофилл, зелень на подоконнике. Да красиво так, прям украшение для декора, для животных. Животных подкармливаем. Кошечки едят спокойно.